совершение преступлений с использованием современных информационно-коммуникационных технологий? Есть ли у людей, попавшихся на уловки мошенников, шанс вернуть свои денежные средства? Какие способы обмана людей используют мошенники и как это происходит? Смотрите программу «Прокурор в теме» 20 сентября в 18:15. Гость в студии – исполняющий обязанности прокурора Кировского района, советник юстиции Андрей Чудайкин.